Шаги. Мы не сомневались, что будет это легко и просто. Так вот, то, что мы четко поняли, это власть слабая, и эта власть очень боится народного нарастающего протеста. И вы, наверное, знаете по поводу того, как в Киеве в тот раз было заблокировано 7 станций метро. Только что рассказали, как вчера, то есть 2 дня назад был заблокирован Майдан Незалежности какими-то бессмысленными конструкциями. Под видом выставки, что
вчера заблокировали нашу машину с оборудованием. Вот. Ну, они всячески стараются нам препятствовать, это мы видим. Так вот, наши сознательные люди, которые все это время участвовали в массах, участвовали в пикетах, так зажгли и побудили народ по всей Украине, что люди начали выходить на свои площади и проводить пикеты и требовать справедливости. В 20 населенных пунктах в течение месяца состоялось 20 местных пикетов. Это в разных городах и населенных пунктах. Пикетировали Мийскрады, Облрады, Райрады, выставляя свои требования. Но основное было – это отставка президента. Также наши киевские активисты совершили акции прямого действия. Это автопробеги к дому президента. Кстати, сегодня тоже планировался автопробег. Пикеты по дому Луценко и автопробег к дому Авакова. Естественно, этого вы не увидите по телевидению, потому что вы прекрасно знаете, кому служит и кого призвано восхвалять наше телевидение. Единственные каналы, которые еще, на которые стоит обращать внимание, это ZIK и News One. Так вот, по поводу хороших новостей, 15 марта Тернопольский облсовет принял обращение к президенту с требованием добровольно уйти в отставку. Также депутаты призвали Верховную Раду Украины принять закон об импичменте, а также отправить в отставку Авака и Луценко. Еще Тернопольский облсовет требует провести внеочередные президентские выборы и выборы в парламент. За это проголосовало 33 депутата из 52 присутствующих. Напомню, ранее в Тернополе около сотни ветеранов АТО и волонтеров отказались от государственных наград в знак протеста против силового разгона палаточного городка под Верховной Радой и избиением активистов. Я думаю, вы помните 3 марта эти события, среди которых было много участников боевых действий в зоне АТО. Анализируя вышесказанное, вы видите, что наше протестное движение набирает скорость и масштаб. И нас уже не остановить. Сегодня на наш мирный марш Киев выходит еще около 50 населенных пунктов по Украине. Также с нами вышли на своей площади Кременчук, Миргород и Лубны. И нам необходимо и дальше выходить на эти мирные протесты. Мы должны показать всему миру, что нас много. И власть этого очень боится. Вы видите, она сейчас слаба. Она сейчас слабая, как никогда. И когда нас выйдет миллион по всей стране, а это уже скоро. Вот. Наша власть просто с нами попрощается, наша нынешняя власть. Еще момент. Я хочу чуть-чуть проанонсировать. Мы сегодня поговорим про праймерис, про кандидатов. Я передаю микрофон. И дозвольте надати ще слово людині, яка стала вже в Полтаві відома. Це пан Євген, молодий політик, один із координаторів на Полтавщині руху нових сил. З задоволенням передаю йому слово. Слава Україні! Героям слава! Ну, я хотів би почати з событий 3 марта. Всі бачили цей розгон, зачистку. І от наші юристи супроводжували людей, задержаних в райотделах, то есть подавали заявление, там, например, упали вещи. И было симпатическое то, что люди подавали. Они сегодня уже все дольчик, да. Вот говорит, на самом деле, оказывается, там проводился какой-то высокий. Я был позже там в палаточном городке, не в то время, до этого был. И мало, наверное, кто об этом знает, но там 7 раз до этого. Два полицейских.
Сегодня.